Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Двор домов 64А и 64Б по улице Социалистической давно знаменит своими кочками, ямами и лужами. Разбитые дороги также приводят к тому, что затапливаются подвалы. И это доставляет немалые проблемы жителям первых этажей. Каждый год вот эта лужа, весной не пройти, не проехать. Дети у нас мокрые приходят домой, не играть не можно. Ну, в общем, вот такая проблема у нас. Щебенку в прошлом году уложили, там недели две буквально она продержалась, и заново такая же лужа. Как дождь, как снег, все у нас здесь. В подъезд вообще зайти невозможно. Здесь мы доски ложим, чтобы пройти. Аха Турманов живет в доме 64Б по Социалистической 17 лет. Еще лет 10 назад здесь можно было проехать, говорит пенсионер. А теперь это сделать проблематично. Виной всему он считает то, что долгое время этот двор был сквозным, и многие автомобилисты этим пользовались. Здесь у нас ездит все, кроме восьмерки и девятки. Вся техника через нас. Я был у пожарников, объясняли, что якобы это пожарники заставляют открыть. Пожарники говорят, нет, у нас ни один сквозной двор нет в городе, вообще такого понятия. А что здесь говорить про дорогу? Ее нет просто. Разрушаются остатки, это выровняется на несколько дней. Ухабы будут еще хуже. Это дорогу надо или делать асфальт, или вообще ничего не делать. Потому что здесь хоть какая-то еще жесткость была, а теперь вот все. Специалисты управляющей компании от комментариев отказались. Они не понимают, что именно не устраивает жильцов. Нет асфальта – плохо, кладут асфальт – тоже нехорошо. После получения гранта, большую часть которого администрация изначально планировала потратить на ремонт дорог в дворах, у людей появилась надежда, что прилегающая к домам территория будет более проходимой. Но не тут-то было. Чиновники довольно быстро передумали. Теперь ремонт дорог во дворах на плечах управляющих компаний. О его качестве и долгосрочности можно будет судить спустя какое-то время. Зульфия Амирова, Ильшат Исламов. Время новостей.